Всем привет, друзья! И снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня делюсь своим очень вкусным завтраком, друзья. Завтрак сегодня из кабачков. Сочный, вкусный и, конечно же, полезный. Начинаем готовить? Погнали! Нам понадобится один очень молодой, свежий кабачок. Отрезаю все лишнее. Берем нужную миску, терку и начинаем натирать. Теперь берем хорошую щепотку соли, присаливаем и хорошенечко перемешиваем. Оставляем на 2-3 минуты. Кабачок пустит воду. Кабачок отожмем. Убираю кабачок в сторону. И начинаем отжимать сок. Также нам понадобится одно яйцо. Также беру 3 столовые ложки кукурузной муки. И хорошенечко это все перемешиваю. Отправил сковородку на плиту. Огонь средний. Добавляем растительное масло. Отправляем нашу кабачковую массу в сковородку. Распределяем по всему дну. Накрываю крышкой и обжариваем с двух сторон примерно по 3-3,5 минуты. Ну, очень вкусный аромат. Обязательно приготовьте именно с кукурузной мукой. Такая вкуснотень, друзья. Заранее отварил одну сосиску. Нарезаем вот таким вот образом. Обязательно берем вкусную, сладкую, ароматную помидорку. Делаем что-то вроде пиццы. Укладываем колбасочку. А сверху помидорку. Присыпаю это все обильно сыром вкусным. И накрываю крышкой буквально еще на 2 минуты. С начинкой такого блина можно фантазировать и фантазировать, друзья. Наше блюдо готово, очень вкусное, ароматное и бюджетное. Ну что, друзья, вкусный, ароматный завтрак готов. Конечно же, это может быть и ужин, и обед, но очень аппетитно. Друзья, вот прямо рекомендую, обязательно приготовьте. Кому понравилось, ставим лайк. Подписываемся, делимся с друзьями. Не забываем комментировать. Я с вами прощаюсь ненадолго. До следующего видео. Всем пока.